Всем привет! Хочу поговорить сегодня о фиалочках. Вот у меня фиалочка начала прекрасно цвести, обрадовалась весеннему солнышку. Цвет очень оригинальный, мне нравится, нежный, нежно-фиолетовый такой. Очень все это радовало, но недолго. Как только березы под моим окном распустились, фиалочка стала прекращать цвести. Все, что было заложено, она выдала. Вот это вот последняя веточка. Давайте даже посмотрим. Вот я покажу все, насколько сумеет взять моя камера телефона. Вот, пожалуйста. Не заложено ни одной больше цветочной, видите, ни одного цветочного побега веточки. Все, это последние цветы. Вот хочу оставить их на видео. Пусть хотя бы буду смотреть, как она цвела. Вот такая вот у меня печаль-печаль. Посмотрите, какой цвет. Хороша. Так что моя фиалочка хочет на солнечное окно. У меня нет возможности ей такое окошечко предоставить. Листочки, вот эти вот разноцветные, остаются по краешкам. В серединке больше таких листьев не появляется. Все это только с краю, это зимние листочки. Это явно она была от холодного воздуха пострадала, от форточки. Открывала форточку проветривать, и наверняка это возник такой некроз листьев. Потому что все новые листочки, никакой пятнистости на них я не вижу. Но во всяком случае буду наблюдать. А вот ее деточка этой фиалки. У деточки сочные зелененькие листья без всякой пестроты. Горшочек для нее подобран немножко великоват. Я уже понимаю эту оплошность, но в то же время зато удобно, что когда я уезжаю, она не пересыхает. Ей достаточно здесь влаги, а в очень маленьком горшочке она могла бы пострадать от пересушивания. Так что вот приходится подстраиваться под обстоятельства. Ой, такая хорошенькая деточка. Крайние листья от этой фиалочки я поставила в воду. Листочки, сейчас я их покажу вам, дают корешки. Все уже дали корешки. Пора бы их, наверное, пересаживать. Ну, пересадим. Так, сейчас поправлю, а то тут выскочил из воды. И вот, думаю все-таки, что придется, наверное, мне расставаться, искать новых хозяев моей фиалочки. Потому что, чё ж ей страдать на моих окнах? Ждать, когда осенью листва опадет и будет больше солнца. И потом ждать весны, когда будет весеннее солнышко. А все лето теперь будет темновато, темновато. А вот я вам показывала манго, посадила. Росточек очень быстро набирает силу. Так, покрупнее как лучше показать. Посмотрите, как он отзывается на подкормочке. Такой листочек у него. Нежный-нежный. Так что вот экзотика манго. Прям прозрачный листочек. Некогда ему еще набрать было толщину. Он скорее растет, скорее-скорее развивается. И скоро у меня будут лимоны. Уже дозвонились мы до Сергея Маренкова.
И он пригласил, сказал: в любое время приезжайте, есть и лимоны, и мандарины, и много всего интересного в его теплицах. Так что подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Раз не хотят расти фиалки, будем выращивать лимоны, мандарины, манго и все, что у нас захочет расти. Всего вам доброго. Пока-пока-пока.